На прошлой пресс-конференции я озвучил, что мы создадим новую бригаду. Мы его создали, новую службу сделали. Эта служба начала функционировать не так давно. Мы направили график работы в МВД республики на имя министра МВД и получили положительный, согласование графика получили. Поэтому график нами уже проведена работа. Мы проверили уже 181 домовладение, выявили, выдали 5 предписаний. То есть у меня убедительная просьба к населению, чтобы они относились к этому с пониманием, потому что предыдущие года и опыт предыдущих лет дают все-таки знать о том, что необходимо все-таки заниматься этой работой и проводить эту работу. И хотелось бы сразу сказать, наверное, по поводу качества.